Он сейчас пошел сам! Мощный удар! На каждой весовой категории будут такие 3D пояса. Отбор будете проходить. Я думаю, многих ребят, достойных ребят, которые получат эти. Дэв, фу-фу! Вперед, вот! Президента лиги Рустана Рахмонова. Ассаламу алейкум, қадірлі ватан достар, Слабланма Рахмонов Рустам, достар, R3 Fighting Championship лигамызда очилиш маросумыны икинчи туры, отбор үшіні тур. Достар, очырды белон қыламыз, шублам рқаторды, бүгін бізді дүниодаги бірінчі 3D поездымыз, чемпионский поездымыз көрсатамыз, достар. Бүгін хаман олығы көрсатамыз, ойлайман ки байтсілаген қызық болады. Ва біз ринге Нәджімеддин Ходжаевты таклиф қыламыз. Чо скажешь? Ну что, дорогие друзья, всех категорически приветствую на битве львов лиги R3 Championship. И меня зовут Александр Метаморфоза, я являюсь ведущим, и также хочу представить моего коллегу и дорогого друга, президента лиги Рустана Рахмонова. Также мы хотим пригласить в октагон вице-президента данной организации Ходжаев Нажмуддин, который сейчас вынесет пояс чемпиона, который будет разыгран. Ты знаешь, это пояс первый в мире 3D пояс. Первый пояс. Первый в мире. В мире? 3D пояс. Можешь ли его потрогать? Я это съел. Салам алейкум, Нажмуддин ака. Ва алейкум ассалам, ассалам алейкум. Добрый день, добрый вечер всем. Вот этот вот пояс Денис Бочарев, где он там привез, молодец, как обещал. Но еще у нас на каждой весовой такие пояса готовятся на 57 килограмм, 61 килограмм, 66, 70, 77, 84, 93 и 93+. На каждой весовой категории будут такие 3D пояса. Как отбор будете проходить? Я думаю, многих ребят, достойных ребят, которые получат такие пояса, я думаю. Александр, как тебе нравится? Очень. Мне аж самому захотелось. Ну, все, значит, будет биться так. Кстати, он сам тоже профессиональный боец. Если будет интересно, можешь выступить дома. Слушай, ну да, если, так сказать, будет достойный кандидат интересный, я думаю, что было бы очень круто. Может, сейчас кто-то не будет верить, да? Можешь очки снимать? Очки снимать? По-братски. Вот, он как боец, у него фингалы, поэтому в очках. У нас парики такие, заметь, в шлеме. Ну как, про пояс что можешь сказать? Привет тебе. Про пояс что можешь сказать? Слушай, он очень хорошо лежит у меня на плече. Вот, что могу сказать? Уже претендует, да? Я думаю, что я тут недавно тоже пояс выиграл, по грэплингу, правда. Вот, но я думаю, что каждый спортсмен бы захотел бы иметь этот пояс. Так что будем думать насчет 71-66. Когда ударники уже по греплингу первое место берут, это уже хорошо, Саш. Тогда ты с Семеном можешь сюда добро пожаловать. Как Рустам говорит. Welcome! Также ждите мой бой на кулаках. Будем показывать шоу. Достаточно, вот серьезно. Дуньода бринче 3D поезд. Шер. Şerler cengi ucu, şerdir asmanı koyduk. Bir de R3 Fighting Championship, R3 Fighting Championship. Her bir bayit, bağlayamak ki bu uçuna kanki poyuzdu, İgas bölüşünü koklaydı. Tak işte o hamayla olmadı, bana poyuz, hamasını özüyle gördüler. Biz uca seriyoz bir harekatlar yaptık. Gazını bozalımız. Foto. И в красный угол октагона вызывается боец, представляющий Узбекистан. Встречайте, Узербаев Рустам! Ассаламу
Assalomu alaykum. Ismim Sirbayev Rustam, yoshim 25 da. Toshkent viloyatining Nurobod shahridanman. Hozirda yarim yildan beri Piter ishlaman. Piterda shahardan tashqarida zavodda ishlayman. Sportni sambo, boyvoy sambo, boks turlari bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelaman. Yerlar jangi R3 Fighting organizatsiyasini Instagram tarmoqlarida ko'rib qolib, qatnashish niyatini bildirdim. Video obrashini jo'natishimni so'radi. Video obrashini jo'natdim. Vaznlarimni, bo'ylarimni jo'natdim. Xudo xolasa mana turnirga olindik. Endi faqat g'alaba va g'alaba. Sapernigimni odborishni turda ko'rdim. Undan keyin ko'rganim yo'q. Bu haqida hech qanaqa ma'lumotga ega emasman. Sapernikiga ham omad tilayman. Faqat kuchlilar g'alaba qozonsin. Hammaga omad, sherlar vперёд. Рустам! Добрый день, дорогие друзья. Приветствуем вас на YouTube проекте Львиная битва. Сегодня второй отборочный этап. Вас ожидают 33 жарких бескомпромиссных боя, в которых молодые, перспективные бойцы проявят свой боевой дух, свой характер, покажут свой уровень. Для них это огромная честь, огромный шанс проявить себя. И первым у нас в октагон выходит Рустам Усербаев из Узбекистана. Это наилегчайшая весовая категория, до 58 килограмм. 25 лет парню, 163 рост. Профессиональный дебют, как и для многих сегодняшних участников. Assalomu alaykum. Men O'zbekistondanman. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidan. 98-yilman. Ismim Haytboy. Familiyam Eshboyev. Vaznim 57 kilo, bo'yim 1.60. Moskvaga 2018-yil chiqqanman. Hozirda ishlash joyim Moskovskiy oblast Ximkida. Mebelni sexda ishlayman. Rustam Rahmonovning Instagram sahifasida shu sherlar jangini ko'rib qoldim. O'shanga qiziqib, o'shanga qatnashish niyat qildim. Oldin men yoshligimda jetkindo sport turi bilan 3 yil qatnashganman. Hozirda mana shayda shug'ullanib boraman. Sapernigimni ko'rdim, sapernigimga omad. Xudo xolasa chiroyli bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Но его соперником станет Эшбоев Хаитбой, также из Узбекистана. 22 года ему, вес также 58 килограмм, 160 сантиметров роста. Бойцы попадают по предварительным заявкам, проходят специальный кастинг и только после этого попадают в клетку. Боец из красного угла, он представляет Узбекистан, из города Ташкент. Ему 25 лет, вес 58 килограмм, рост 163 сантиметра. Это его профессиональный дебют. Встречайте, Узербаев Рустам! А его соперником в синем углу станет также представитель Узбекистана из города Сирдаря. Его возраст 22 года, вес 58 килограмм, рост 160 сантиметров. Это также его дебют. Встречайте, Эшбоев Хаитбай! Итак,
Судья, рефери в клетке Владимир Бала. Пожалуй, внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой в голову и локтем в голову не бьем вообще. Коленом в голову и ногами в голову работаем только в стойке. В партере работаем только руками в голову. Внимательно. 30 секунд коленом и локтем головой в партере можно бить по корпусу и ногам. За сетку не хватает. Покажите красивый бой. Ну что ж, последнее наставление от рефери. Рустам Усербаев против Хаитбоя Эшбаева. Бой! И поединок начинается. Львиная битва стартовала. Начинается разведка боем, пока без особых активных действий. Попытка удара с разворота ногой. Но было видно издалека ее. И пошел вперед Рустам с отличными ударами. Прижимает он своего соперника к сетке. Пытается перевести в партер. Но Хаитбой удерживается на ногах. Пытался сделать контрприем, не получилось. И вот сейчас для Рустама отличная позиция, доминирующая. Переходит он в маунт. Если сейчас Хаитбой не сможет его повязать, то будет в очень тяжелой ситуации. Наносит мощные удары по корпусу Рустам. Пытается разорвать захват. Давай, давай. Из последних сил сейчас Эшбоев удерживает своего соперника. В отчаянном он положении. Стоп! Но 30 секунд закончено, дорогие друзья. Правилами нашего проекта всего 30 секунд в партере. Это для большей зрелищности сделано. Для большей динамики. И у нас бой продолжается в стойке. Хаитбой пытается раздергать своего оппонента. Финтит, но он нарывается на мощный удар. Попадает Рустам, и это нокаут. Все, дорогие друзья, бой остановлен. И у нас есть первый победитель. Рустам Усербаев побеждает. Рустам продемонстрировал хорошую ударную технику, дорогие друзья. Что первая серия загнала его соперника в угол, а вторая так и принесла ему победу. Смотрю, ты красиво обвиняешься. Ну что, дорогие друзья, в этом бою, в первом раунде, на первой минуте, 30-й секунде, победа держал боец из красного угла, Усербаев, Рустам! И очень-очень рад Рустам, поздравляем его с этой победой. Ну что ж, яркое начало сегодняшнего турнира, дорогие друзья, это было очень важно, чтобы первые бойцы, прям так сказать, зажгли, и это им удалось. Будем... Будем надеяться, что их поддержат и остальные ребята. Ну что, Рустам, я хочу тебя поздравить с уверенной победой. Расскажи вообще в краткости, это был такой план, да? Быстро закончить бой, не дать шанса. Всем ассаламу алейкум. Спасибо тем, кто поддерживал, те, кто отбродировали. Всем ассаламу алейкум. Во фурсаттан файдаланып, биринчи орунда мачу. Турнирді организаторларға Рустам Рахмановқа рахмат айтмақшымын. Хама-хама спонсорларға рахмат айтмақшымын. Яш спортсменлерді қолдап-қуаттайтқандар үшін рахмат. Яна фурсаттан пайдаланып, Нұрабатқа салам айтмақшымын шахарчамға. Юттім. Ассаламу алейкум. Ну что, я переведу. Благодарю всех за поддержку. Болейте за нас. Следите за нашими выпусками. И покажу еще новые зрелищные крутые бои. Ну что ж, первый победитель у нас известен, Рустам Усербаев. Яркий бой, зажигательная речь. Ну-ка, бой хакда нима дейласыз? Дев пу-пу. Биринчи очередьта шундай организатор кылгандыкка бу Рустамга көптөгөн рахмат. Зрелищный бой болуп жатты. Тамашабинлер, хазыргина очень красивый бой болду, жүдөм чыройлуу.
kelajakda i bundan katta turnirlar, bundan katta masshtabni, bundan nima deydi, butun jahon o'rviniga chiqish xohlab qolamiz. Eng samimiy tilaklarni bilab i bayetslarga, sportmenlarga, hammaga sog'lik, salomatlik, i omad, omad va yana omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Men Kochkarov Shuhrob Shiraliyevich, Ars Dental Многопрофильный медицинский центр, клиника асосиси. Бизда стоматология, хирургия, урология, терапия, гастроэнтерология, кардиология, лор, гинекология, неврология бўлимлари ўз фаолиятини юритмоқда. Шунингдек, бизда қон таҳлиллари, сидик таҳлиллари, МРТ, КТ, ЭКГ ва УЗИ диагностикалари мавжуд. Бизнинг ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling. Asosan Instagram sahifamizda har haftada bir marotaba jonli efir orqali o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga mutaxassis tomonidan bepul javob olishingiz mumkin. Qolgan barcha ma'lumotlarni esa bizning internet sahifamiz orqali bilib olishingiz mumkin. Ha, aytgancha bizning internet tarmoqlarimizdagi obunachilarimizga alohida chegirmalar mavjud. Bizda taklif qilaman Asmedika, bu yerda tish doktoram bor. Shu bilan qatorda Moshni klinika biz nomimizdan 10%, 20% sizlarga skidka bor. Telefon raqami hammasi opisaniyada, kommentariyada, ekranlarda ko'rib turibsizlar. Yozib olsangiz. Berigiz so'zlar. Ну что, мы тебе с вами двигаемся дальше. И в красный угол октагона я приглашаю бойца из Узбекистана. Встречайте! Анваржонов Айзанджон! Всем ассаламу алейкум, меня зовут Эргешев Дастанбек. Я являюсь тренером Азамджана. Скоро бой в Шерлар-Джанге. И он хорошо готовился. Я верю ему. Я думаю, что он выиграет, иншалла. Азамджана желаю удачи. И также остальным ребятам удачи желаю. Всем спасибо. Ассаламу алейкум. Мен Анваржонов Азамжон 1992 yil 6-noyabrda tavallud topganman. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida. Yoshligimdan beri sport bilan shug'ullanib kelaman. Sport turining g'umiy barba bo'yicha Andijon Olimpiya zaxiralar sport kollejida trenirovka qilaman. Hozirda 2019 yili Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga kelib, shu Doston Ergashev тренером остыда, кол остыда, тренировка қилиб бормоқдаман. Шу Шерлар жангини Рустам ака Рахмоновни инстаграмидан кўриб қолиб, ҳавас қилиб, мана отборга топширди, иншоаллоҳ отбордан ўтди. Худо ҳоласа, мана рақибимиз билан кўришди. Худо ҳоласа, победа! Шерлар жанги! Зелбурчакда Анваржонов Азамжон Узбекистон Фарғонадан 28 yosh 66 kg. Итак, новые львы сейчас у нас выйдут на львиную битву, второй отборочный этап. Азамжон Анваржонов из Узбекистана, город Фергана, 28 лет, бойцу 66 кг, вес 167 см роста. Также с Узбекистана встречайте Буранов Анвар!
Ramvan var, Temes şehirden var. St. Petersburg'a 2017 yıl kıyama, MMA spor turu olan şunlarına var. Bu şerler cangını Rustam Rahmonov Instagram sahifasında görüp oldum ve şu şerler cangıda katnaşıkça karar kıldım. Yoşlukumdan şu grappling sport turu bulan katnaşıp gelme. Hazırda St. Petersburg şahıda trenofka kılama. Trenerim Muhammed, Şer Muhammed Aga. Assalamu alaikum, ben ismim Şer Muhammed. Ben şu Strong Fish organizasyonu trenerle kılama. Ben şakırtım Burun Anvar. Doğalısı 27. günü. Şehirler cengi turnirge doğalısı katlaşırdı. Patik etof kalırdı yaşlı. Kollab kuvatlab türüyle dua kutturuyla. Doğalısı yaşlı netice koştuğumuz. Saperde gibi bir umut dilema. Ham yaşlı bayez. İnşallah çıralı boyu ütkazışke hareket kılamız. Bu şehirler cengi de oyu lazolarım karşımız. Ayam dadam fakat umut talep durdu. Hamaga umut dilema. Hamma bayezlerge. Также представляющий Узбекистан, город Термез, 21 год, 66 килограммов вес, 167 сантиметров роста. Город Фергана. Его возраст 28 лет, вес 66 килограмм, рост 167 сантиметров. Это его дебют. Встречайте, Анвар Джонов, Айзон Джон! А справа от меня в синем углу соперник также с Узбекистана, город Термез. Возраст 21 год, вес 66 килограмм, рост 167 сантиметров. Это его дебют. Встречайте, Буранов Анвар! Рефери в октагоне Владимир Балла. Бойцы в середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, право не нарушаем. Головой локтем, голову не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. За сетку перчатки шорты не хватаем. Партер выпускается работать в течение 30 секунд. В это время работаем голову только руками. Покажите красивый бой. Итак, последнее наставление все услышали. И Анвар Джонов Азамжон против Буранова Анвара. Боец готов? Судья? Судьи, время. Первый раунд. Бой! Такой интересный стойкий Анвар начинает поединок. Нестандартный. Более классической работает Азамжон. И идет вперед с ударами, потрясая своего оппонента. Хороший удар коленом и вынужден спасаться сейчас даже бегством Анвар. В борьбу его перехватывает Азамжон, переводит. Очень яростно начал этот бой Анвар Джонов. Но мы видим, что Буранов... А вот это локти, да, а вот это локти. Это запрещено. Это сразу желтое. Желтая карточка бойцу из красного угла. Локтем голову вообще не бьем. Ну да, тут как-то в горячке боя, конечно, Азамжон сейчас два удара всадил Буранову. Ну и у нас продолжается эта история. Я говорю, нестандартная такая стойка. Попытка удара ногой от Буранова. Сейчас вот Анвар Джонов ищет опять момента ворваться, видимо, на ударную дистанцию. Старается раздергать своего оппонента. Найти брешь вот в защите.
Хорошая вертушка в печень прям проходит, отбросил своего оппонента в сетку. Но опять же, не развивает успех. Пока что Буранов Анвар ничего у нас не предпринимал из атакующих действий. Ждет он, видимо, какой-то ошибки своего соперника. А получает мощнейший удар с разворота ногой в голову. Но при этом стоит как каменный. Вообще, даже не потрясен. Продолжает улыбаться даже. Ну что ж, будет ли он сам атаковать? Вот интересно. Пока что мы видим, как у нас... Все атакующие действия делает Азамжон. Удары у него точны, удары у него сильны. Ну вот, пошел наконец вперед Анвар. Попал в клинч. И сразу же колени включает Азамжон. Еще один удар коленом. Удар коленом в голову, но удается Анвару прихватить. Оппоненты попадают на гильотину, правда. В итоге. Пытается вырвать ногу, сменить позицию. Захват достаточно жесткий. Если бы это было дело в гарде, уже бы выиграл Азамжон. Но пока халфгард, еще есть возможность как-то двигаться Анвару. Дышает жить, вот переворачивает его. Азамжон немножко ошибается, отдает спину, но заканчивается раунд. Ну, Азамжон явно сильнее в стойке. Ну, тоже очень неплохо в партере. Но в стойке он пока на две головы сильнее прямо. Миша, воды льем. Ее убирать потом надо. Именно в стойке. Очень он неплохо переводит также и в партер. Ну, а Буранов, видимо, будет искать... В борьбе свое счастье, поскольку ну, в стойке он пока ничего не показал. Хотя, может быть, бережет это в секрете. Опять он начинается. Та же рисунок, что и в первом раунде. Пытается раздергать своего оппонента Азамжон. Встречает хорошим, мощным ударом. Еще один удар навстречу. Проваливает он проход, но, однако, Анвару Буранову удается очень красивый бросок. Попадает он на гильотину, он находится сбоку и вряд ли будет задушен. Хотя, да нет, все-таки вырвался Анвар. Бросок был классный. Бросок был интересный. И вот сейчас вжимает он клетку своего оппонента. Ну, 30 секунд на партер у нас, дорогие друзья. Поэтому, да, все, мы слышим, что стойка. И не удается развить преимущество Анвару Буранову. Сейчас опять бой пойдет на площадке Анваржона Азамжонова. Занимает он центр клетки. Опять пытается раздергать своего оппонента, поиграть с ним. Наносит лоу-кик, но уже застаивается немножко. Анвар получает удар навстречу. Все, и это конец боя. Ну вот так вот он пошел вперед с открытым забралом и получил мощнейший удар навстречу. Это нокаут. Все, дорогие друзья. Да, было видно, что Азамжон, конечно, на голову превосходит в ударной технике. Так очень открыто бросился Анвар, не думая о защите. Ну, естественно, его более классный ударник его встретил. И получился у нас нокаут. Получился у нас очередной нокаут на сегодняшнем турнире. Пожелаем здоровья Буранову Анвару. Нужно ему теперь восстанавливаться.
Нужно делать выводы из этого поединка. Итак, в этом бою победу одержал боец из красного угла Анваржон Айзанжонов. Поздравляем Анваржонова Айзанжона. Классный бой он показал, хорошая ударная техника. Молодец. И добыл победу нокаутом. Молодец. Анвар, и кто у вас? Создам урок, я помню. Да мы едем, да мы были, узгоняем. Всем салам алейкум. Всем алейкум. Мой тренер, большое спасибо вам. Окей, ночь, бедрака. Большое спасибо вам. Молодец. Ойдаки вам на дюйм будешь кидать. Азамжон, слушай, я тебе хочу поздравить с уверенной победой. Расскажи, чья это заслуга? Авала, ассаламу алейкум. Шу бойымыз görüп турганлар. Хаммаларыңга рахмат. Биринчи орунда шу дүйнөгө келтирген отанымга рахмат айтамын. Отанам менен жанымдан баттанмас эле. Алейкум. Үчүнчү орунда саперлигимге. Алейкум. Рустам Ажа Рахмонович, Коя Хаммай Рахмонович. Фаргона вилоятты Йозьяман Туманы. Ханов алкышта одейлерге, ассаламу алейкум. Красавчик, молодец. Ну и также уважаемый соперник, молодец, Анвар. Красавчик, мощная у тебя борода. Так что давай технику подмолотай и будем. Рады тебя видеть снова в боях. Давай. Омай Гордеса. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Ассаламу алейкум, амага. Аламбар, Рустам Джанга Катарама, Марашундай бой тачкил Гаяничун. Жудаем чурайлы бой 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 театры. Спаршины рукаларымыз, якаларымыз, гахамасыга, соллы, саламатлик, омат тилап боламыз. Сау болыңыз. Хочу пригласить бойца, представляющего Узбекистан. Встречайте, Мехмон Алиев, Сарванбек! Салам алейкум, хамеге. Меня Мехмон Алиев Сарвар. Андижан вилоят, Улуг-Нур туманидан. Краснодар шахрига 2019 yil ishlash maqsadida kelganman. Shu sherlar jangini Rustam Rahmonovning Instagram sahifasida ko'rib qoldim. Shunga qatnashish uchun keldim bu yerga Sankt-Peterburg shahriga. Menga sabrlik berishdi, kastinglardan o'tdik. Bunda qatnashishimga ota-onam qarshi emas, hammalari qo'llab-quvvatlab turishibdi. Sapernigim ham normalli bayes. Muaytayiz. Yoshligimdan men qo'l jangi sport turi bilan Andijon Olimpiya zahirida sport kollejini va Asaka sport kollejini tamomlaganman. Ko'p bor musobaqalarda, respublika musobaqalarida o'rin olganman. Xalqaro turnirlarda 3-chi o'rinda olganman. Doholisa chiroyli bo'ylar ko'rsatishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, doholisa qolg'a ulug'nor. Do'stlar, qizil burchakda Mehmon Aliyev Sarvarbek O'zbekiston Andijon 24 yoshda 70 kg. Ютуб проект «Львиная битва», второй отборочный этап вновь на ваших экранах, дорогие друзья. И мы видим, как в клетку выходит представитель Узбекистана с города Андижан, Мехмон Алиев Сарварбек, 24 года парню, 70 килограммов вес, 183 сантиметра рост. Нурмаматов Достон! Как бы
burchakda do'stlar, Nurmamatov do'stom, O'zbekiston Samarqanddan 24 yosh 70 kg'da kutib olamiz. Assalomu alaykum, men Nurmamatov do'stom, yoshim 24 da, Samarqanddanman. Chortut mahallasidan yoshligimdan Muay Thai sporti bilan shug'ullanib kelaman. Trenerlarim Nodir aka, Erkin akalar qo'lida shug'ullanganman. Assalomu alaykum. Men Nikolay Nodir. Samarqand viloyatining Pastdaryo tumanidagi Chortut mahallasidanman. Shogirdim do'stim Nurmatov bilan yoshligidan shug'ullanib keladi. Qo'limda Muay Thai sport turi bilan xalqaro turnirlarda O'zbekiston chempionatlarida birinchi o'rinlarni olgan, 2017 yil Tayvanning Bangkok shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionati o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionati qatnashchisi. Hozirgi kunda mana shu Sankt-Peterburg shahrida birga shug'ullanib, ishdan keyin shug'ullanib kelyapmiz. Xalqaro toifadagi sport ustasi nomzodini ham olgan. Yaqinda bo'ladigan jangga nasib qilsa Xudo xohlasa inshaalloh birgalikda shug'ullanib kelyapmiz, yaqinda hatto uchastka qiladi. Xudo xohlasa mana shu sportdagi ham omad tilayman. Hamma sportchilarga, qatnashchilarga omad tilayman. Yuqori o'rinlarni egallasin, hamma yutaman deb chiqadi. Omad tilayman hamma sportchilarga. 2019 yil Sankt-Peterburgga ishlash maqsadida kelganman. Hozirda ishlayman, ishdan keyin shug'ullanib turaman. Shela jangini Rustam Rahmonov Instagramlarda ko'rib qoldim. Mana qatnashga qaror qildim. Maqsad o'zini ko'rish, o'zini sinash, Sapeligim ko'rdim, sapeligim omad tilayman. Inshaalloh harakat qilamiz. Yutisha. Вот его соперник также из России Узбекистан, Достон Нурмаматов из Самарканда, 24 года, 70 кг вес, 171 запрос. Видели мы с вами, дорогие друзья, вот этот интереснейший 3D-пояс, которым будут награждаться чемпионы во всех весовых категориях нашего турнира. Кто знает, тот знает, может быть, как раз кому-то из этих двух бойцов он и достанется. Красном углу. Боец представляет Узбекистан, город Анджижан. Возраст 24 года, вес 70 кг, рост 173 см. Это его дебют. Встречайте, Мехманалиев Сорванбек! И его соперником справа от меня в синем углу станет боец из Узбекистана, из города Самарканд. Возраст 24 года, вес 70 кг, рост 170 сантиметров. Это также его дебют. Встречайте, Нурмаматов Достон! Рефери в октагоне Владимир Балала. Бойцы в середину, пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой и локтем голову не бьем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. За сетку, перчатки, шорты не хватаем. Партере дается 30 секунд. В это время работаем в голову только руками. Партере руками. Покажите красивый бой. Углам. Мощный бой, горзатый на волны. Ну что ж. Ждем рубку. Ждем рубку. Мехмадалиев Сарварбек против Достона Нурмаматова. И сейчас начнется первый раунд этого боя. Раскачивает своего оппонента Сарварбек, но Достон наносит первый удар. Выцеливает его Сарварбек, пытается раскачать. Снова одиночным проверяет его Достон. И хороший обмен ударами. Двойка проходит в голову Сарварбека, но пока что в порядке. Все нормально. И
отличный просто удар с ворота в голову удается. Бил-то в корпус, попал прям в голову навстречу. Мог и нокаутировать своего оппонента сейчас Сарварбек. Но Дастон выдержал этот удар. Хороший мидл-кик. И сразу же захват, бросок. Прям колесом у нас тут пошли оба бойца. И получается все-таки на удушающий выйти Дастону. Но он сбоку. Он, да, сваливается он с Сарварбека. Пытается сразу пятку прихватить. Вырывается Мухаммадалиев. Наносит несколько жестких ударов. Крутится под ним ужом просто Нурмаматов. Старается выжить. В маунт вышел Сарварбек. Дастон старается выкрутиться. Но есть еще время на партер. Да, 30 секунд на стойку закончились. Ой, на партер, да, простите. Очень интересный бой. Мы с вами наблюдаем, дорогие друзья. Сарварбек подкрадывается к своему оппоненту. Пытается его раскачать. Пролетел мимо мидл-кик. С размаху полетел вперед Дастон, попал на контрприем. И удается сейчас Мухаммадалиеву завалить своего оппонента. Пытается он сразу в маунт вылезти. Сейчас вот опять эти жесткие удары обрушатся на Дастона. Но пятку снова прихватил, как мы видим. А это всегда опасно. Он предупреждает Владимир Балаш, что нельзя бить голову, ой, ногу в голову в партере. Ну да, залеживаться тут не дадут. Все направлено на то, чтобы поединок был зрелищным и динамичным. Но в стойке эти парни хорошо рубятся. Такая затяжная сейчас была атака от Дастона. И пропустил он удар, даже упал от него. Но тут же встал, восстанавливается. Ну, слишком размашисто полетел. А вот эти вот вертушки Сарварбека. Они крайне опасны. Хороший удар в корпус. И заканчивается первый раунд у нас. Интересный бой. Хорошую ударную технику демонстрируют оба бойца. Ну, последние секунды перерыва истекают. Владимир Балала удаляет секундантов из клетки. Бойцы готовы? Второй раунд. Бой! И начинается у нас второй раунд. Сарварбек Мехмоналиев против Нурмаматова Дастона. Хорошая мощная атака от Дастона, но он попадается на гильотину. Сейчас у Сарварбека есть шанс закончить этот бой. 30 секунд у него есть на то, чтобы завершить поединок в свою пользу. Прямо здесь и сейчас. Ну а Дастон потихонечку вытаскивает шею. Старается он выжить в этом захвате. Удушающий уже не идет. Близок был Сарварбек, мне кажется, к успеху, но... Хотя нет, Дастон нисколько не уставший. 30 секунд опять на партер истекли. И у нас снова бой в стойке. Заряжает на одиночный удар Дастон, но приходится он в защиту. Пытается атаковать Сарварбек. Еще одну закидуху сейчас заряжал Нурмаматов.
но пока не достигаю цели. В общем, полагается на вот этот удар с правой, размашистый. А вот сейчас слева хорошо прошло. На коротке такой боковой влепил. Только пошел вперед до стойки, как Сарварбеков подхватил и классный бросок провел. Еще один красивейший амплитудный бросок мы с вами сегодня увидели, дорогие друзья. Но жестко прихватил сейчас шею своего оппонента. Достон не дает ему развить преимущество после броска. Хотя старается Мехмуналиев выйти в маунт. Правила организации говорят о том, что 30 секунд нужно продержаться в партере, если ты вот под таким давлением находишься. Снова проходит мидл кик от Сарварбека, но отвечает ему свой закидух и Дастон. Фронт кик. Старается отвечать ногами. Сейчас Дастон послал, у него такая затяжная комбинация. И Мехмуналиев решил, не искушая судьбу, броситься в борьбу. Дается ему повалить соперника, но попадает он на гильотину. Гильотина достаточно жесткая. Идет захват, идет удушающий. Сарварбеку надо продержаться 30 секунд, выжить. Или до конца раунда додержаться, что ему, собственно, и удается. Но пока что бой такой достаточно сильно равный, прямо скажем, дорогие друзья. И еще взять вот резерву, решающий третий раунд, когда уже нельзя щадить ни себя, ни оппонента и отдать все для победы. Бойцы готовы? И каждый из них, безусловно, хочет победить сегодня. Пытается зажать сейчас у сетки Сарварбек своего оппонента. Раздергивает его. Но мы знаем, что Дастон так заряжается на одиночные удары. Достаточно сильные. А вот Сарварбек так пытается в игровой манере. Опять эту уширу свою заряжает, но натыкается на ответ жесткий своего оппонента бросок. И у нас снова партер, до которого, как говорят, дается 30 секунд. Пытается Дастон выкрутиться. Но в маунт усиленно лезет Мехмуналиев. Сейчас оторвется и будет жестко пробивать, если удастся ему вырваться. Все силы он для этого отдает. Идет на болевой на руку. Идет болевой прием. Дастон терпит из последних сил. 30 секунд надо ему продержаться. И опять у нас 30 секунд истекли. Казалось бы, уже верный болевой. Но Дастону удается продержаться. Продолжается он с боя в стойке. С фронткиком заходил Сарварбек. Дастон ждет. Но мощный удар Сарварбек наносит одиночный. Дастон все ждет, чтобы опять вот эту свою закладуху мощную пробить. В борьбе ему пока не удается Сарварбеку ничего предложить, вот его легко контрит и переводит в партер. Значит, рассчитывает остается только на свою ударную технику, на шанс панчера, вот на такое вот, собственно. Но, к сожалению, он неподготовленные удары бросает, они видны за версту, и такой технарь, как Мехмуналиев, легко от них уходит. Пытается сейчас Дастон обострять, вызвать своего оппонента на размен ударами, испытать в нем счастье. Потому что в таком расчетном поединке он проигрывает все-таки. Да, он пытается наносить тяжелые удары, но они пролетают в защиту. Видит их Сарварбек. А вот такой обмен идет. Есть шанс на удачу. Прихватывает за шею он Сарварбека, проваливает его попытку сделать тейкдаун. Наносит жесткие удары по ребрам.
Ну, прям с колен Мехмон Алиев его переводит в партер. Опять зажимает под собой. И уже все дело идет к концу этого боя. Пытается сейчас опять в маунт вылезти. Сарварбек. Да, и поединок завершен. Ну что ж, Дастан Нурмаматов старался изо всех сил, но мне кажется, что поинтереснее, поразнообразнее в борьбе лучше был Сарварбек Мехмоналиев. Бойцы на середину. Ну что, отличная рубка вышла, да? Неплохой, да? Неплохой бой. Скоротечный и очень мощный, зрелищный. Итак, в этом бою победу одержал боец из Красного Угла. Ну что, все заслужено. Сарварбек. Поздравляем Сарварбека Мехмоналиева. Doston Bey, ne var yolda size farkına? Oz gene fizik eğitmadı. Bu da yine çağrı etmedik. Ben de misafirliğim ama. Ne rahmat olur size, ne rahmat. Ama sağ olun da, o aziz besle. Сарварбек, я тебя поздравляю с уверенной победой. Вот. Поделись своими эмоциями, и может быть есть тот, кто как будто хотел бросить вызов. Салам алейкум. Шу, амин, засы. Катрин Рахмат, что вы где? Рахмат. Шу, что это? Шу, я шу, я кирил тайлеген. Да, бля, мюзер кирил. Анжон, казахна, спорт кодыш. Асакай спорт кодыш. Катрин Рахмат, там и дарик. Олдома, олдома! Вообще рахмат, четкий бой, Санкт-Петербургта, в наказе вообще бумаган, але и плов номер один гейм, так ли кламс, хаммане. Синий угол Жарона приглашается боец из Таджикистана. Встречайте, Абдухакимов Аминджон. Абдухакимов Аминджон, Таджикистан, Душанбе. 70 килограмм. Я Магомед Валидов из Судибир, Магомед Гаджиевич, 12.08.92 года рождения. Родился в Республике Дагестана, Хунзарского района. Я начал, в принципе, мы в Дагестане
В основном волейболом занимаемся. И как я приехал сюда, в Питер, ну, уже где-то лет 10 назад, как я приехал, начал заниматься по боевому самбо. И потихоньку я начал выступать по боевому самбо. И стал мастером спорта по боевому самбо. Мне это понравилось очень. После этого я, можно сказать, оставил спорт. Практически из-за травмы, из-за всего. Ну, у меня вот из-за весогонки были проблемы также. И там ущербы были. Из-за этого я оставил. Потом и заново, так, когда это заживается, все-таки травмы, все. Ну да, заново захотелось опять, короче, спорт тянется по-любому. То, что говорится в крови, то, что есть, невозможно оставить. И поэтому решил заново тренироваться. И вот сейчас Юнус, тренер Юнус Замиханович, он тоже предложил. И поэтому я начал по штандо ходить. После этого мне это понравилось, там чисто ударная техника. И я тоже готов, в принципе, и тренируюсь. У меня и базовая техника хорошая. И я готов, да, в принципе, в любое время выйти в октагон. Ну, я могу сказать так, 60-70% я готов. По выносливости тоже я не сомневаюсь, и по технике тоже я не уступлю, да, кто бы туда не вышел, и я даже не знаю соперника своего, но я знаю, что я не уступлю так. Но я хочу, в принципе, если мне они еще предложат бой, я готов выступить даже там через месяц, если они мне предложат. И в дальнейшем я хочу выступать. Но я хочу там пару боев провести, в принципе, там, чтобы рекорд был у меня. И чтобы я мог и в другие организации подписать, да. И если там будет мне предложение, я готов. И я готовлюсь, и буду готовиться. Да. Ждет нас бой весовой категории до 70 кг, дорогие друзья. Магомед Валидов и Судибир, Россия, Махачкала, 28 лет. Против Абдухагимова Аминжона, Таджикистан, Душанбе, 26 лет. Махачкала. Его возраст 28 лет, вес 70 кг, рост 180 сантиметров. Это его дебют. Он представляет команду Орлов Тим, тренируется под руководством тренера Юнуса. Встречайте, Магомед Валидов, Юсундибир! А его соперником из синего угла станет боец из Таджикистана, город Душанбе. Возраст 26 лет, рост 70 сантиметров, рост 182. Это его дебют. Встречайте, Абдухакимов Аминжон! Судя, обратите внимание, значит, Аминжон весь не сделал. Это синий угол, желтая карточка. Желтая карточка Абдухакимова Аминжону за несоответствие заявленной весовой категории. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой локтем в голову не бьем. В затылок, позвоночник, пах не бьем. За перчатки, шорты и сетки не хватаем. Бартеры 30 секунд работают. Бартеры работают в голову только руками. Покажите красиво. Удачи, парни. Итак, Магомед Валидов и Судибир. Россия против Абдухакимова Аминжона, Таджикистан.
Бой весовой категории до 70 килограмм. Ну что ж, сразу же начинается лоу-кик. Аминджон. Попытка пробить в голову, но идет захват. И Судибир попадает на гильотину. Мы видели, как это, чем заканчивается это в предыдущем бою. Есть шанс сейчас у Аминджона выиграть. Старается Судибир подняться, сбросить с себя оппонента. Прихватывает ногу. Понимаешь, у нас есть ограничение в партере до 30 секунд. И, в принципе, Магомед Дуалиду надо просто немножко продержаться. Ну и Абдухакимов сейчас просто держится, он его не душит, он не растягивает его. Как это было вот в предыдущем бою, когда человек просто уснул. Возвращает стойку Владимир Вала бойцов. Судебер пытается пройти с фронт-кика, отвечает ему двоечка Аминджон, опять фронт-кик. Руку поднимай. Удар в корпус ноги. Просто сейчас вот был бы тяжелейший нокаут, если бы летела эта оплеуха, мощнейшая атака. Аминджон сейчас забирает спину, пытается выйти на болевой прием. Идусибир, но теряет он сейчас эту позицию. Хорошо и очень чувствует борьбу Абдухакимов. Не позволил выйти на пятку. Ну, сейчас просто прижимает своего оппонента к себе, ждет эти 30 секунд заветные. Идет обоюдная борьба. Снова стойка! Снова стойка. Бой! Судибир сам идет в атаку, отвешивает мощный лоу, сопровождает хайкиком, но приходится это по защите. Фронт-кик. Много раз сегодня проходил этот удар по воздуху в разных боях и ни разу не достигал своей цели. Вот, вот сейчас вот удары и Судибира достигли ее. И он нокаутирует своего оппонента. Показывает свою ударную мощь. В партере просто в несколько ударов отключил на Минджона, который пытался провести болевой прием. Дают сейчас прийти в себя Абдухакиму. Ну вот опять одна ошибка, все, она стоила победы. Магомед Дуалидов и Судибир побеждают в этом бою, побеждают очень жестко. Побеждает красиво. Хороший яростный бой, короткий. И у нас есть победитель. Это Исудибир Магомед Дуалидов. Дорогие друзья, в этом ярком, скоротечном, мощном бою победу одержал боец из красного угла Магомед Дуалидов Юстисун Дивир Орлов Тим. Опять уважение к сопернику, спортивное поведение. Так и надо. Так и надо заканчивать бои. Бой закончился, все. Больше вы не соперники. Есть только уважение друг к другу. Хороший пример для всех. Саламу алейкум. Рахматуллахи алейкум. А у меня вообще-то подготовка не было. Ничего, а вот в следующий раз обязательно сами зрительный бой буду. Спасибо за все труд организация делает. Огромное спасибо всем. Ждем, брат, тебя еще здесь, у нас. И Судибир, слушай, я тебя поздравляю с уверенной победой. На самом деле мы тебя ждали здесь больше, чем шел твой бой. Вот, расскажи вообще, на самом деле, какой план у тебя был? Хотя вначале тебя, так сказать, уверенно начал парень твой, соперник, который... Гребрик, неплохой показал. Ассаламу алейкум всем. Добрый вечер. В первую очередь хочу поблагодарить моего соперника. За короткое время принял. Хочу ему еще раз пожать трубку. Он вышел. Спасибо ему огромное. Я ему желаю дальнейшего успеха в спорте. У меня не было плана на самом деле. Соперник у меня ли каждый день. Каждый раз я согласился, огромный от души. Я хочу
Особенно здесь поблагодарить моего тренера Юнуса Сармухановича. Спарринг-партнеру. Колоссальную работу сделал твой тренер ударник. Альхамдулилля, что я сегодня выиграл. И мои земляки очень помогли мне готовиться. Я готовился. Я рад, что я сегодня выиграл. И хочу также поблагодарить организаторов за то, что дали мне возможность показать себя. Хочу зажат был в первых же минутах. Всевышний сегодня с моей стороны был. Альхамдулилля, еще раз. Также хочу своим братьям, друзьям огромное спасибо за то, что они делают, вкладывают и верят. Спасибо всем. Дальше, едем? Да. Ждем тебя снова. Очень мощный бой. Особенно мне это напомнило добивание Хабиба. У него почерпнул по-любому. Спасибо, Саня. Просто никто его не благодарит, ничего не говорит. Хоть кто-то поблагодарит, да? Ну что, ну а мы тебе с вами двигаемся дальше. И в красный угол октагона приглашается боец из Киргизии. Встречайте, Мамаджанов Максур! Максим Мамаджанов, яшым 20-да. Яшлыгымдан бокс спорт түрүнө кызыкканым үчүн ата-анам мени бокс спорт мектебине беришкен. Мектепти тамамлагач 2017 жыл Россия давлатынын Санкт-Петербург шаарына келгенмин. Азырда 3 жылдан бери ашпаз болуп иштейман. Иштен бош вакытларым залга чыгып турамын, шугуланып турамын. MMA бой без правилге шугуланып турамын. Бу шугуланышымдын максат, кызыкчылыгымдын максат өзү тогам болду, себеби тогам. Тогам өзү Барес MMA-ларга бой без правилге чыгып турган үчүн мен ам кызыкчыларым ортуп, şu MMA боюнча өзүмдү сынап көрмөкчүмүн. Очередной международный бой, дорогие друзья. Боец из Кыргызстана Максут Мамаджонов из города Ош. 20 лет, 77 килограмм, 183 сантиметра рост. Представители 4 стран сегодня участвуют в нашем проекте. Мы надеемся, что география будет расширяться, потому что везде есть интересные, молодые, талантливые проспекты, которым просто негде себя показать. Именно на таком уровне, с такой медийностью. Львиная битва может расширять свою географию, может открываться в новых странах, новые подразделения, а потом, чтобы победители различных региональных отборов бились друг с другом. Много идей есть на этот счет. Таджикистана, встречайте Султона Фирус! Таджикистана, Кони Бодов, 25 ёж, 77 килограмм. Поламай! We'll be right back.
Tojikistonni Feruz 1995-yilda tug'ilganman. Tojikiston Respublikasidan. Qonbodom shahridan. Instagram sahifasida Rustam Rahmonovni joylarda ko'rdik. Musobaqa bo'layotgan ekan. Shunga qatnashdan maqsad g'olib bo'lish, xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi bo'y ko'rsatishga harakat qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. 2015-yildan beri Sankt-Peterburg shahridaman. Ishlayman. Bo'sh vaqtlarimda tirnoqqa bilan shug'ullanaman. Yosh paytimdan tirnoqqa qiziqaman. Shug'ullanib turaman. Albatta, dadamlar o'rgatardilar. Birinchi trenerim otamlar. Undan tashqari tag'in karate va boks bilan ham shug'ullanganman. Bu musobaqaga qatnashimga oila a'zolarim qarshi emas. Navarov qo'llab-quvvatlab turishibdi. Xudo xolasa yaxshi bo'y bo'ladi. Sapernigimga omad tilayman. Mana bo'y ko'rsatadi. Ну а прямо сейчас в октагон выходит Султонов Фирус, Таджикистан, город Ганибадам. 25 лет, 77 килограмм, 190 метров рост. Город Ош, его возраст 20 лет, вес 77 килограмм, рост 183 сантиметра. Это его дебют. Встречайте, Малачанов Максу! А его соперником станет боец справа от меня в синем углу. Он представляет Республику Таджикистан, город Канибадам. Возраст 25 лет, вес 77 килограмм, рост 190 сантиметра. Это его дебют. Приветствуйте, Султонов Фирус! Рефери в октагоне Владимир Балла. Битахца Барова. Бойцы за единого. Пожалуйста, внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой и локтем, голову не бьем. Затылок, позвоночник, хват не бьем. Соседки притянут, жопы не хватает. Партия 30 секунд работает. Партия бьем. Только руками в голову. Покажите, как себя ходит. Итак, Максуд Мамаджонов, Кыргызстан, Фирус Султонов, Таджикистан. Боец готов? Судья, судьи, время. Первый раунд. Бой! Начинается поединок. Сразу же с мощного удара начинает Фирус. И попадает ему навстречу Максуд. Переводит бой в борьбу. Начинает контролировать и прессинговать своего соперника в партере. Улучшает позицию, выходит в маунт. Если сейчас оторвется, то может просто закончить бой техническим нокаутом в свою пользу. Прекрасно это понимая, Султонов старается удержаться. Ну а несколько уже увесистых ударов он пропустил. Пытается подвязать своего оппонента. Мамаджанов настроен серьезно. Настроен закончить бой здесь и сейчас. Успеет ли? Хватит ли ему 30 секунд для работы в партере? Не хватило. Не хватило. И у Фируза есть все шансы. В тяжелой ситуации он был. Начинает поддавливать немножко, прессинговать своего оппонента Максуд. Размашистый удар пролетает мимо. А вот лоу хорош. Лоу хорош и высек так ногу своему оппоненту Фирус. Старается пространство забирать у него Максуд. Готовит свою атаку. Но первый раз он дождался атаки оппонента и поймал его на ошибке. Но сейчас пошел сам! Мощный удар и нокаут! Все, Фирус... Ой, Максуд Мамаджанов одержал победу. Выцелил, жестко выцелил своего оппонента. И одним точным выстрелом закончил бой. У нас опять врачебная бригада появляется. Приходит сюда Султонов Фирус. Желаем ему здоровья, скорейшего восстановления. Хорошо он начинал бой. Но вот первая же атака в стойке от Максуда Мамаджанова этот поединок закончила брутальным жестким нокаутом.
приводит сейчас чувство бойца из Таджикистана. Поднимают его на ноги. Ну, все хорошо. Отличный, яркий, короткий, зрелищный бой с очень жестким нокаутом. В этом скоротечном, но зрелищном бою на первой минуте 30 секунды победу нокаутом одержал боец из красного угла Киргизия Мамаджанов Максу! Поздравляю Максуда Мамаджанова. Боец из Кыргызстана ярко заявляет о себе на львиной битве. Давай гулять, умеет Максут, я смотрю, ты заряжен до сих пор, да? Еще не успокоился, да, после победы. Ну что, я тебя поздравляю с уверенной победой. Вот. Поделись своими эмоциями, впечатлениями, по крайней мере, сейчас при тебе. Ну что, еще раз поведайте. Дюсты, самый мощный колбасала Lazzat Food Кореяда. Телефон рақам на экране рады көресті. Халол, мем омрын жатқа шелам омки, хохоген эрарчен қызбе рады. Lazzat Food, эй мощный колбасала. Утро начинается с колбасы Lazzat Food. Assalomu alaykum o'rtoqlar, bu juda ham zo'r bo'lyapti, menga yoqyapti. Boshdan beri kuzatyapman. Bayeslar hammalarga omad juda ham qiziqarli bo'lyapti. Yaxshiroq solishinglar. Yaqinda xudo xolsa o'zim ham poyga chiqaman inshaalloh. Hammalaringga omad o'rtoqlar. Yo'l vatasi. Sherlar jangi. Ustansiylar. Красный угол октагона приглашается представитель Узбекистана. Встречайте Рустама! Отабек! Қызыл ұғырдағысы Рустамов Отабек Өзбекстан жарпыр қолына 28 жош 107 килограмм Максимус Тим. Men Rustam Otabek 29 yoshdaman. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on aylanib tug'ilganman. Yoshligimdan milliy kurash sportiga borganman. 10 yoshimdan men 2019-yil Rossiya davlati Sankt-Peterburg shahriga ishga kelganman. Hozirda Surakada ishlayman. Klass Surakadan turnirovka qilaman. Trenerimiz Maksim Goldoshev. Instagram Rustam Rahmonov teng Instagram sahifasiga qaragan sherlar jangiga qatnashishni qaror qildim va shu men kastingga chaqirishdi. Kastingdan o'tdim. Men raqibim Moskvadan ekan. U bilan chiroyli bo'y o'tkazamiz degan umiddaman. Rustam Otabek из Узбекистана. Жар-Курган город. 28 лет. 107 килограммов веса. Слушай, сантиметров роста. Но вот это уже прям природный тяж, судя по данным. Oh,
Давайте! Хушманов! Салам хамага, мен Нурбек Хушманов. Самарқанд виловатиданман, 2018 йил Москва шаҳрига ишлашган келганман. Очликдан дзюдо мактабида ўқиганман. Кейинчалик спортда Кёкушинкай туру билан шуғланиб келганман мунтазам. Ҳозирги кунда ҳам ишлаб, ҳам тренировка қиламиз. Рақибимга ҳам омад тилайман. Ишларга омад. Насиб бўлса бойларда кўришганча. Кўп бўлди. Хушманов бек Ўзбекистон Самарқанд 24 йил. 100 кг. Да, как мне кажется, не уступает ему в габаритах и мощи. Бег Хушманов из Самарканда, также Узбекистан, 29 лет. Больше 100 кг вес, 180 см рост. Первый бой тяжеловесом был весьма стремительным и скоротечен. Посмотрим, что покажут эти парни. Я вам представлю этих гладиаторов, настоящих тяжеловесов. Слева от меня боец из красного угла представляет Узбекистан, город Жар-Курган. Возраст 28 лет, вес 107 килограмм, рост 180 сантиметров. Это его дебют. Приветствуйте, Рустамов Атабек! А справа от меня боец из синего угла представляет Узбекистан из города Самарканд. Его возраст 29 лет, его вес 100+, рост 183 сантиметра. Это также его дебют. Встречайте, Хушманов Бек! Рефери в октагоне Владимир Балалан. Бойцы, пожалуйста, внимательно слушаем мою команду, правила не нарушали. Головой локтем, голову не бьем. Затылок позвоночник, пах не бьем. За сетку, за перчатки, шоты не хватает. 30 секунд партнера работает. Батрик Голос, только Украине. Покажи, как Олла Уман. Самый главный, мощный мой горизонтель. Боец готов? Боец готов? Судья? Судья? Первый раунд. Бой! Итак, у нас поединок начинается. Атабек Рустамов против Бека Хушманова. Бек сразу пробивает лоу. Еще один лоу-кик от Хушманова. Атабек стоит в центре клетки, но вот заставил тут не надо. Тяжелые лоу-кики получает он и идет в проход ноги, бросает своего соперника Рустамов. И будет сейчас разбивать его защиту своими мощными ударами. Тридцать секунд, напомню, по нашим правилам здесь можно работать. Стоп! 30 секунд. И снова возвращаются в стойку бойцы. Ну, при таком, конечно, при таких габаритах и мощи тут одним ударом нужно решить вопрос в том, кто этот удар нанесет. Кружит Бек Хушманов вокруг своего оппонента. Возможно, сейчас опять лоу свой включит. Вот. Так, очень осторожно сейчас ведут бой оба бойца. Больше прицеливаются. Ну, здесь все может решить один удар. Возможно, каждый из них в этот удар хочет ложиться. С размаху пробил Бек Хушманов, но попал в корпус. Замах был явно прям там с ударом на голову. Еще один лоу. Но вот это ему стоило прохода от Рустамова Атабека. Пытается повалить, но все понятно, наносит хороший удар коленом.
Еще один удар коленом. Тяжелая ситуация, бег Хушманов оказывается. Пытается Атабекова этими ударами нокаутировать. Работает по бедру. Задел на будущее, чтобы лишить мобильности своего оппонента. Мощный удар в голову. Бег Хушманов выдерживает все это. Тяжелая для него ситуация, крайне тяжелая. И заканчивается первый раунд. Для вас, для участия, вставляйте заявки, адрес в описании. Дальше будет кастинг, если ваша заявка будет интересной. И, может быть, именно вы получите шанс выйти в клетку на львиной битве. Третий или четвертый отбор. Я помню, что каждый месяц планирует Рустам Рахмонов проводить бои. Все? Отказ от продолжения боя? Немножко. Произошло? Ну да, конечно. Дружба. Много урона в первом раунде. Это Атабек Рустамов. Итак, в этом бою победу одерживает боец из Красного Урала Рустамов Атабек. Поздравляем Атабека Рустамова с победой. А впереди у нас последний и главный бой сегодняшнего вечера. И он также будет в тяжелом весе. БГГ. Бой хакада. Вообще-то соперник хакада. Хайурганлик хакада. Озгин габы берсет. Организация juda chiroyli ketdi. Juda ham zo'r. Hammaga omad tilayman siz ishlaringizga. Alloh. Raqibim Otabekka ham. Assalomat. Nasib bo'lsa kelgusi proyektlarga tayyorlanib qatnashamiz. Turamaga sal qo'rquvdik. Barib adovat qilib turamiz. Hammaga omad tilaymiz. Мощный бой. Атабек, слушай, я тебя поздравляю с этой уверенной победой. На самом деле, я, короче, говорил Рустаму, что, наверное, не дойдет бой до конца. Вот, потом, когда произошел бой, я думаю, нифига себе, второй раунд будет, а потом смотрю, нет, все-таки твоя взяла. Ну что, расскажи вообще твои эмоции, впечатления. Я вижу, что ты обозначил свои намерения на этой клетке, да? Ты готов биться самыми сильными? Ассаламу алейкум. Ustozi, birinchi bir rahmat Maksim Qo'ldoshov ustozimga juda katta rahmat. Mana shu yerga kirishimizga Maksim aka juda katta foydasi yordami tegyapti. Ustoz, tanish ustozim bo'lasiz. Aka, sizga Rustam aka sizga kattakon rahmat. Evinni Davra Usmonovich akam bo'ladi. Men shu Moskvadan olib kelib, mana shu MMA sportiga kirgizib kelgan Abdush Rahmat bu bo'yinda Usmonov Davron akamga bag'ishlanib. Aka sizni yaxshiligingiz juda katta foyda beradi inshaalloh. Yuzingizni hech qachon Ilhom aka, Sarim aka, Orim aka, Iskandar aka. Iskandar aka, bratan, birovga. Abdush bratan. Sizga Maslik Maksim Rostek. Hozirgina hayajondaman. Ozgina hayajondaman. Ustoz aka sizga juda katta rahmat. Biz o'zbek juda ko'p manis, boksyor, kurashchi odamlar, bolalar bor. Mana shu sportni yaratdingiz. Biz inshaalloh sizni yuzingizni yo'qotmaymiz. Siz bilan oxirigacha ketamiz, chempion bo'lamiz. Inshaalloh arenada birga bo'lamiz. Hammaga rahmat. Alhamdulillah. Meni yaqinlarim kelgan ukam родной Oybek, Abdusha, Jo'raybek, otalarim, Arslonchik, Krasavchik, Davlatchik, Davlat, Hopis, imimdan Abdulla Oshlamga kattakon rahmat. O'zbekistonda ham kimdir qolib ketdi, bular. Eslangan. Rahmat. Karochi, Darqurbonga rahmat. Salom. Yazdim.
Никого не забыл. Никого не забыл. Красавчик. Вот это. Молодец. Удачи. Поддержка супер, супер поддержка. Inson uchun eng ulug' ne'mat bu uning oilasi. Har bir inson u haqda g'amxo'rlik qilishga harakat qiladi. Hatto uydan uzoqda bo'lganda ham. Ham yurtim menga Salam Pay ilovasi haqida aytib berdi. U orqali uyimga pul jo'natish ham qulay, ham foydali ekan. Telefoningizga uni o'rnatasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Savollar paydo bo'lsa, ilova orqali o'z ona tilimda javob beradigan operatorga murojaat qilishim mumkin. Salam Pay bu foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari, jo'natiladigan pul miqdori kiritilganidan so'ng kursni boshqa tizimlar kurslari bilan solishtirish mumkin. Pul o'tkazmasini jo'natish uchun istalgan bank kartasidan foydalanish imkoniyati juda qulaydir. Pul o'tkazmasi raqami haqida ilova orqali darhol xabar berish mumkin. Hammasi oson. Pul o'tkazmasi darhol yuboriladi. Pullarni esa istalgan bankdan olish mumkin. Rafiqam birinchi marta Salam Pay orqali pul olganida menga darhol qo'ng'iroq qildi va u har doimgidan ko'ra ko'proq pul olganidan hayronligini aytdi. Men unga Salam Pay bu komissiyasiz va foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari ekani haqida so'zlab berdim. Endi men rublda avvalgi miqdorga teng summa jo'natsam ham oilamdagilar ko'proq pul olishmoqda. Mening do'stlarim uchun ham o'z oilalari haqida g'amxo'rlik qilish juda muhimdir. Shu sababli ularga ilovani o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalarga ega xabarni yubordim. Endi men o'z oilamdagilarga foydali kursda va komissiyasiz pul jo'natyapman. Ayniqsa, ilovada o'z ona tilimda javob berilishi men uchun juda yoqimli va qulay. Salam Pay. Bu yaqinlaringiz haqidagi g'amxo'rliklarga to'la foydali pul o'tkazmalari.